Футбольный клуб «Иртыш» сыграл первый матч в новом первенстве России. В этом сезоне команда выступает в четвертой группе второго дивизиона футбольной национальной лиги. В манеже «Красная звезда» мячи сразились с клубом «Зенит» и «Ижевск». Иртышовцы активно начали матч. На 16-й минуте новый игрок омской команды, нападающий Кирилл Макеев, ударом с угла штрафной открыл счет в поединке. Гол пришел неожиданно, с аута, можно сказать. Защитник бросил мяч, я корпусом закрыл и сразу с лета ударил в дальний угол. В первом тайме футболисты Иртыша умело меняли направление атак, а гости хорошо играли в короткий пас. Отлично проявили себя вратари. Голкипер Иртыша Руслан Юнусов выиграл дуэль у нападающего гостей Федора Дворникова. Примерно к 36-й минуте Иртыш захватил инициативу и реализовал свой перевес в начале второго тайма. Владислав Павличенко мощно пробил с 20 метров. Иван Донсков отлично сыграл на добивании. 2-0. Первый матч, он такой эмоциональный происходит, идет вкат. И от старта зависит, как дальше будет развиваться событие. Приятно, что забил гол, порадовал болельщиков. Во второй половине матча Иртыш усилил прессинг. А мячи цепко действовали в середине поля. Футболисты «Зенита» и «Ижевск» продолжали играть в темповом, агрессивном стиле. На 71-й минуте форвард гостей Федор Дворников сократил разрыв в счете. В ответ главный тренер «Иртыша» Александр Горшков быстро провел серию замен. Новые игроки успешно вошли в игру. А мячи уверенно действовали на финише матча. «Иртыш» победил со счетом 2-1. Выделю всю команду, потому что они были действительно одной командой и характер проявляли, да, и желание, и коммуникация была у команды. Поэтому отмечу и поздравлю всех с победой. Следующую игру первенства «Иртыш» проведет 23 июля. В манеже спортивного комплекса «Красная звезда» а мячи сразятся с клубом «Амкар Пермь».